Карамба ТВ представляет. Тебя совсем не греет платок, сделанный для грузинского носа. А эти коварные стропоны постоянно заказываются под диван и нет сил их достать. У тебя даже нет денег, чтобы купить джинсы, ради которых ты с подругами дашь обещание похудеть. У нас для тебя есть унылый мужик. Богатый, сильный и теплый унылый мужик решит любые твои бабские проблемы. Унылый мужик словно белорусский трактор, собранный сибирскими мужиками под метеоритным дождем во время извержения вулкана. Он сделает из обычной курицы жареную. Спасибо тебе, унылый мужик. Ты уже потратила все деньги, которые дал тебе унылый мужик на этот месяц? Нет проблем, унылый мужик всегда может ограбить твоих соседей. Вместо того, чтобы просить борщ после работы, унылый мужик сделает тебе массаж. Он постирает твои тампоны, чтобы не покупать новые. Отремонтирует раковину, в которой застряла его рука. Тебе надоели свидетели Иеговы, продавцы пылесосов и соседская собака, постоянно срущая на твой газон. Унылый мужик исправит эту проблему. Заказав унылого мужика в подарок, ты получишь карманный порно-прожектор. Но будь осторожна при просмотре порно, унылый мужик очень ревнив, и под видом массажа он может искать твою смертельную точку на пятке. Закажи унылого мужика прямо сейчас, и в подарок ты получишь бодрого мужика бесплатно. В этом случае он не будет искать твою точку смерти на пятке от ревности, он просто убьет бодрого мужика. Любимая книга, порно и крики смерти бодрого мужика. Что может быть лучше за 19.95? Если унылый мужик выпил у вас все бухло, насрал вам на лицо, пока вы спали и спит только в коробке из-под телевизора, срочно меняйте товар. Вы купили унылого бомжа. Озвучил Сергей Хелье. Подписалась на канал, твой мужик унылым стал. Hell yeah!